Женщина, чья десятилетняя дочь помогала прятать закладки, обжаловала приговор. Нерадивую мамашу отправили за решетку, в том числе и за то, что она заставляла девочку делать так называемые схроны с запрещенным веществом. Дама просила частичного оправдания, но Челябинский областной суд не стал менять вердикт. Обвиняемая была признана виновной в покушении на сбыт наркотиков, а также осуждена за то, что вовлекла в преступную деятельность свою маленькую дочку. Все это даже зафиксировала камера наблюдения. 29-летняя дама с ребенком идет по улице. Уже через несколько минут девочка подходит к воротам, кладет что-то около них, а потом уходит вместе с женщиной. Позже выяснилось, это был тайник с запрещенным веществом. Но, тем не менее, при обозрении видеозаписи в судебном заседании девочка действительно пояснила, что да, действительно, на указанной видеозаписи я и моя мама и рассказала, что это непосредственно произошло в день задержания. С учетом того, что дама раньше привлекалась за занятия проституцией, она получила 7 лет колонии. Женщина просила суд смягчить наказание, но служители Фемиды не нашли для этого оснований.